написал тебе Иуду о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, который Он вознесся дал Духом Святым по велению апостолам, которых Он избрал, которым явил себя живым по страданию своим. Никакой вины и достойной смерти по силе Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его. Они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов, а неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев. Нужно уяснил еси, несущим в аде владыко, не свят, разве тебе, Господи, взывающим? Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Образы погребения Твоего показал, еси видение умножив, ныне же сокровенное Твое Богоможно уяснил, еси сущим в аде, Владыко, не свят, разве Тебе, Господи, взывающим, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, простерлась и длани, и соединилась и древле расстоящаяся, одеянием же спаси, еже в плащанице и во гробе, окованный разрешил, еси не свят, разве Тебе, Господи, взывающая слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. Гробом и печатьми невместими, содержим был еси хотением, ибо силу Твою действие показал еси богодейственно поющим. Не свят, разве Тебе, Господи, человеколюбчим? Спаси, воине стригущий, мертвый от блистания явшегося ангела быша, проповедающая женам воскресение, Тебе славим, тлепотребителя, Тебе припадаем, воскресшему из гроба и единому Богу нашему. Седьмой день освятил еси, Его же древле благословил еси упокоением дел, приводишь его всяческое, и обновляешь, и субботствуя, спаси мой и назидая. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, силы лучшего, победившего Тебе от плоти душа Твоя разделися, растерзающего обоя узы смерти и ада слове, державою Твоею, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ада слове, сред тебя, огорчися, человека зря обожена, уязвлена ранами и всесильно детеля, страшным же зраком погибем. Yeah.
слава Тебе, новотвориша земные, Создателю перстен бы, воплощаницы гроб являют, еже в Тебе слове таинство, благообразный посоветник Тебе, росшего совет образует, Тебе велелепно новотворящего мя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, смертью смертное, погребением тленное прилагаеше, нетленно творишь Бо боголепно, бессмертно творя приятие, плоть Бо Твоя истление, не видя, Владыка, ниже душа Твоя во аде странолепна, оставлена быть славы Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Из небрачные прошед, и прободен в ребра, Содетелю мой, из нея соделал, еси обновление Евина, Адам быв, уснув паче естества сном естественным, и жизнь воздвигнув от сна и тления, яко всесилен. Слава Тебе, биен был еси, но не разделился еси слове, и я же причастился еси плоти, аще ибо разорись я Твой храм во время страсти, но и так един без остав Божества и плоти Твоя, в обоих бо един еси Сын, Слово Божие, Бог и человек. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, человека убийственно, но не Бога убийственно, бысть прегрешение Адамова, аще бой пострада Твоя плоти, перстное существо, но Божество бесстрастно прибысть, тленное же Твое на нетление приложил еси, и нетленное жизни показал еси, источник воскресением, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим, Ты бы положися во гробе державне, живоначальною дланью смерти ключи, разверг еси и проповедал еси от века там, о спящем, избавление неложное, быв спасе мертвым первенец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, бездну заключивый, мертв зрится, и смирною плащаницу обвився, во гробе полагается, яко смертный, бессмертный,
Жены же приидоша помазать Его миром, плачущие, горькое, вопиющие. Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснул, воскреснет тридневен. Содержайся на кресте, вознесеся, и рыдает вся тварь, того видяща нага, висяща на древе, солнце лучи скры, и звезды отложишь освет. Земля же со многим страхом поколебася, и море побеже, и камея не распадеся, гроби же мнозе отверзошася, и телеса восташа святых мужей, ады низости нет, иудеи советуют оклеветать и Христово воскресение. Жены же взывают, сия суббота есть, преблагословенная, в ней же Христос уснул, воскреснет тридневен. Слава Тебе, уязвися, ады, в сердце прием уязвенного в ребра, и воздыхает огнем божественным, и ждеваем во спасение нас, поющих, Избавителю Боже, благословен еси, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, богат гроб, себе поприем, яко спящая Содетеля, жизни божественное сокровище, показайся во спасение нас, поющих, Избавителю Боже, благословен еси, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, законом умерших, еже во гробе положение всех приемлет жизнь, и сего источника показует восстание во спасение нас, поющих, Избавителю Боже, благословен еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, едино бяше, неразлучно, еже во Адаме, и во гробе, и во Эдеме, Божество Христово, со Отцем и Духом, во спасение нас, поющих, Избавителю Боже, благословен еси. Пречистый храм, падшую же совоставляет скинию, Адаму бо первому вторые, и же вышних живы, снити даже до адовых сокровищ, Его же отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Преста дерзость учеников Аримафей же изрядствует Иосиф, мертвого и наго зря над всеми Бога,
просит и погребает завой отрасли, благословите священницы, воспойте люди, превозносите во все веки славу Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О чудес новых, о благости, о неизреченного терпения, волю Бо под землею печатлеется, и живышних живы, яко льстец Бога клеветается, Его же отрацы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во вся веки. Болезни избежавши, по честиства ублажився, безначальный Сыне, ныне житя Боже мой, бездыханно зрящим мертво, оружием печали растерзаются люди, но воскресни, яко да возвеличуся, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, земля покрывает мягко тяща, но устрашаются адовы вратницы, одея навидящи одежде окровавленную, мать отмщения, враги Бог крестом поразив, яко Бог воскресну паки и возвеличу тебя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Да радуется тварь, да веселятся все земнородни, враг Бо пленися, аде с мира жены, да сретают Адама Бо с Евою, избавляю всеродно, и в третий день воскресну.
молитвенного ожидания. Затем будет совершаться крестный ход через площадку строительного храма Большого, и богослужение будет совершаться в новом большом храме. Ну а сейчас 10-15 минут молитвенного ожидания, как и в Иерусалиме, при ожидании благодатного огня, так и мы с вами ждем не просто начала крестного хода, а ждем этого великого события. Так что сейчас молитвенно не разговаривайте, а молитвенно о себе молитесь, о близких своих молитесь. Такое молитвенное ожидание.
Слава святи, единосущней и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Oh,
сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я Богу напая тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ты не писно, и во веки веков. Спасибо.
Святые, помянувши сами себе друг друга, ведь живот наш
Христу Богу дадим. Унижал царь себе, власть прославлен Отца, и Святого Духа Небесного, веки векон.
Константинопольского Златоустого слово огласительное. Во святый и светоносный день преславного и спасительного Христа, Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и Бога любив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуюся в радость Господа своего. Аще кто потрудился, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет несть праведный долг. Аще кто по третьем часе приидет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достижет, ничто же да сумнится, ибо ничем же отчитывается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся. Аще кто точью достижет, и воедино на десятый час, да не устрашится замедление. Любочестив босы и владыка, приемлет последнего, как и первого, упокоевает едино на десятый час пришедшего, яко же делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит, тем же угод. Внидите все в радость Господа своего, и первый, и вторые мзду примите, богатые и убогие, друг за другом ликуйте. Воздержанницы и ленивые день почтите, постившиеся и не постившиеся возвеселитесь от несть. Трапеза исполнена, насладитесь все. Телец упитанный никто же да изыдет голодным. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости, никто же дорыдает у Божества, явися общее царство. Никто же доплачет при грешении, прощение будет гроба воссия. Никто же да убоится смерти, свободи бо нас спасова смерть. Угаси ее, и же от нее держи, плени ады, сошед его ада. Огорчи его, вкусиша плоти его, и сие предприемы Исаия возопи. Ада глаголит, огорчися, сред тебя доли. Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысь. Огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися. Огорчися, ибо связася, прият тело, и Богу приразися, прият землю и сретие небо, прият еже видяше и в подево еже не видяше. Где твое смерти жало, где твоя аде победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси, воскресе Христос, и подоша демон. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос бо восстал от мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков.
Аминь. Спасет нас, яко благо, и человеку любит. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Thank you.
апостола первомученика и диакона Стефана, святых великих мучеников, Демитрия, Георгия, Федора Тирана, Федора Стратилавия, всех святых мучеников, 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 Петра, Варвары, Ирихии, Ефимии, Параскевы, Екатерины и всех святых мучеников. Отец наших, Антония, Ефимия, Савва, Ануфрия, Афанасия Антония, Афанасия Афонского, Антония Феодосия Печерских, Сергия Радонис, Варлама Путинского, Серафима Саровского, Жоя Мгновенского, Олега Брянского, Пафнутия Боровского, Мартия Зеленецкого, и всех преподобных отец и преподобных матери, Белагии Феодосия, Анастасии, Евпроксии, Февронии, Феодории, Евпросии, Марии Египтяны, Евгения Мгновенского, Господи, Бог, храни и страни нашу, прости.
Даже до дне
Вон же заповедав апостолам Духом Святым, их же избрав вознесеся. Пред ними же и постави себе живо по страдании своем во многих истинных знамениях, деньми четырьмя-десятьми, являяся им и глаголя, «Я же о Царстве Божием». С ними же и ядые повели им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетование Отча, еже слышасти от мене. Яко Иоанн убо крестил есть водою, вы же имате креститесь Духом Святым не по многих сих дней. Они же убо сошедшися во прошаку Его глаголюще, Господи, аще в лето сие устрояешь и царствие Израилево. Рече же к ним, несть ваше, разумейте времена и лето. Я же Отец положи во своей власти. Но примите силу, нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели. Во Иерусалиме же и во всей Иудее и Самарии, и даже до последних земли. И Духове Твоему, аллилуйя, глас четвертый.
владении нашем высокопреосвященнейшем митрополите Германе и во всем Христе братии наши.
святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, да помянет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический и монашеский чин, весь притча церковный, братью-строителей, благоукрасителей, благотворителей, жертвователей, труждающихся, поющих, предстоящую братью и всю братью святаго храма сего да поминет, Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно во веки веков. Вас и всех возвестят, да будет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно во веки веков. Thank you.
Нашего высокого
Преосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долго денствующих, право правящих Слово Твое, истинных. Святая, Святым.
исповедую, яко Ты есть Его истину, Христос, Сын Бога Живаго, пришедший в мир, грешное спасти. От них же первый есть аз, каждый из нас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия самая есть честная кровь Твоя. Молюся, убо Тебе, помилуй меня, и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же слово, я же дело, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститесь, а причистых Твоих таинствах, по оставлению грехов моих в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная, днесь, Сыне Божий, причастника или причастницу, я прими, небо врагом Твоим тайно повем. И лобзание Ти дам, яко Иуда предатель, но яко разбойник. Исповедаю Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суде ли во осуждение будет мне, причащение, причистых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела, и в жизнь вечную. Аминь. И сейчас, братья и сестры, святое причащение. Кто может подходить к этой святой чаше в этот святой день? Не всякий человек может подходить к этой святой чаше в этот святой день. Могут подходить к ней только те люди, кто готовился сознательно, заблаговременно, готовился к этому таинству. Кто посещал богослужение в эту великую страстную седмицу, кто был на исповеди у священника и получил от него разрешение, благословение на святое причащение. Порой люди приходят на исповедь, но разрешение не получают на святое причастие, потому что пока еще не готовы. И вот кого священник не допустил, конечно же, к чаше не подходит. Естественно, перед принятием святого причащения необходимо прочитать молитвенное правило, установленное по чину, чтобы расположить свою душу и совесть и сердце. Кто примирился со всеми, кто выполнил все эти условия, кто трезво провел эту неделю, потому что были праздники разные, вот и человек... Вот в них тоже порой принимают участие, а потом ко причастию дерзать приступать. Лучше в таком случае не надо. Кто трезво и целомудренно провел это время, был на исповеди, помолился, тот может со страхом Божиим и верою приступать. Сначала к чаше подходят монашествующие, затем дети, затем мужчины и женщины. У чаши не креститесь, не кланяйтесь, а называйте четко свое имя, данное вам по святому крещению. Открывайте широко уста, широко, чтобы священник мог спокойно, свободно вложить святую часть. Приняв святыню, проходите на приготовленную запинку. Кто не готов, еще раз повторяю, кто не готовился к чаше, не подходите и искушайте Господа Бога. Со страхом Божиим и верою приступайте. Причащается раба Божия. Причащается раб Божий Андрей. Во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божия Светлана. Во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божия Евгения. Во оставление грехов своих в жизнь вечную. Причащается раба Божия Виктория во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божия Наталья во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божия Анастасия во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божия Клина во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раб Божий Иоанн во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раб Божий Александр во оставление грехов своих в жизнь вечную. Аминь. Причащается раб Божий. Иван,
Божий. Отца нашего святителя Иоанна, архиепископа Константина Польского, Златоустого и всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человеку любец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Исполни сына, сохрани, если любит человек, долг твой, ты распознаешь, божественная сила, стать спаваешь ноча, мир мне за дар, церковь, священника, воинство тебе за ним, всех сохраняя благо, всех дар, страшно слушай, весь святях я, отца, свет тебя славу, твоим храни, отсылаем отцу и своего гребрисна, век и веков. Всесильный и Господи Вседержителю,
И же рабом Твоим Моисеем во исходе Израилеве от Египта, и в освобождении людей Твоих от горки работы фараоновы, Агнца заклати повелел еси, прообразуя на кресте закланного волею нас, деля Агнца, землящего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Ты и ныне смиренно молим Тебя, призри на хлеб сия, и благослови, и освети я, ибо и мы, раби Твои, в честь и славу, и в воспоминание славного воскресения, тожде Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешения, свободу и приведение улучихом, пред Твоим величеством ныне во свет светлый сей, преславный и спасительный день Пасхи сей, приносим нас же сего приносящих и того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быть и сотвори, и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравия всем подавая, ибо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Благословляется, освящается Артос сей, благодатью Пресвятого Духа, ограблением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается Артос сей, благодатью Пресвятого Духа, ограблением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается Артос сей, благодатью Пресвятого Духа, ограблением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Польского, Златоустого и всех святых помилуя, и спасет нас всякого блага человеку, любит. Христос воскрес! Пасхальное послание патриарха Московского и всей Руси Кирилла, архипастыря, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Возлюбленные Господи, преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры, диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, к нам обращается патриарх Кирилл со своим пасхальным посланием, которое прислал нам. Всевеликий и святозарный день, сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святыми словами.
Христос воскресе! Воскресе! Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков встречают друг друга в светлые пасхальные дни, и которыми свидетельствуют миру об истинности события, произошедшего 2000 лет назад, содержится огромная внутренняя сила. В них и весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда, и утешение для каждого человека. Тот, кто был рожден пречистой Девой Марией, тот, кто тяжело и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди двух разбойников, тот первым из всех людей восстал из мертвых. Он воскрес, как сказал, гробница пуста, в ней остались лишь пелены, в которые было завернуто его пречистое тело. Жены мироносец, придя к месту погребения Господа весьма рано при восходе солнца, не нашли там Иисуса. Ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не смогли противостоять великой силе Бога живаго. Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. Ликующий ад уже приготовился поглотить своего самого могучего врага, но вместо этого замер от ужаса, ибо озарился светом божества. Христос уничтожил тление и разрушил смерть. Через первого человека, который ослушался Создателя и отпал от источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал царствовать среди людей. Христос же, последний Адам, победил смерть духовную, душевную и телесную. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, свидетельствует апостол Павел. Все потерянное нами в первом Адаме мы вновь получили во Христе. Пасха Господня – это поистине величайший дар Божьего домостроительства. Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «Крестом Христовым нам даровано воскресение. Открыты врата рая. Естество наше воссело одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследниками. Все мы призваны стать достойными этого дара. Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, кроме греха. Своей земной жизнью, крестными страданиями Он показал пример величайшего смирения и послушания Небесному Отцу. Пример борьбы с искушениями и соблазнами, а своим воскресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеждать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и становится нравственно свободной личностью. Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и богатство, здоровье и физическая сила способны принести освобождение. И соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигрывают главное – достижение подлинной цели нашего бытия. Восставший от гроба Спаситель даровал нам свободу, открыл эту цель, которая состоит в познании истины и в жизни с Богом. Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преображение всего человеческого существа, когда само тело обретает новые свойства. В воскресении Господа таинственно явлен прообраз нашего будущего воскресения. В грядущем Царстве Небесном, где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, оттрет Бог всякую слезу с очей, и радость будет нескончаема, а любовь вечна. Победа Господа над смертью дает всем нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во второе славное пришествие Его воскреснем для новой жизни, жизни, непрестанном общении с Богом.
разделив же радость о воскресшем Спасителе нашим со всеми, кто нуждается во внимании и заботе, с больными, пожилыми, страждущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. И уподобившись свидетелям воскресения святым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и дальним благую весть о том, что воистину воскрес Христос. Аминь. Кирилл, патриарх Московский и вся Руси, Москва, Пасха Христова 2013. Вот. Пасхальное послание митрополита Волгоградского и Камышинского Германа, главы Волгоградской митрополии, клиру и пасты Волгоградской митрополии. Возлюбленные, приветствую вас и поздравляю с праздником воскресения из мертвых Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Событие воскресения Христова принесло всем людям возможность жить вечно, вечно торжествовать с Христом Богом победу над смертью. Мы благодарим воскресшего Господа за Его к нам божественную, жертвенную любовь, нашей ответной любовью к Нему. По церковной вере нам доступна осмысленная христианская жизнь на земле с ее богоустановленным порядком, чтобы быть наследниками жизни вечной. Царство Небесное – это награда христианам за праведную церковную жизнь на земле. Будем надеяться, что Господь не лишит нас своего небесного царства. Аминь. Спасибо. Герман, митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии, Пасха Христова 2013 год, Свято Духа в монастырь Волгоград. Вот нас, братья и сестры, приветствовали наши боголюбивые и чадолюбивые архипастыри, приветствовали нам и говорят о смысле нашей жизни, говорят о том, что мы должны быть с вами Богу благодарны, говорят и призывают нам к тому, чтобы стать нам наследниками Царства Небесного, потому что Царство Небесное – это не должное, что должен нам что-то Христос сделать, это награда за наши труды. Вот в Пасхе Христовой Господь воскрес, обновил весь человеческий род. В этот день обновляет и силы каждого из нас. Для чего Он обновляет наши силы? Конечно же, не для того, чтобы мы от Него этими силами удалялись, а для того, чтобы мы, благодаря этим силам, которые Он нам дает в этот день, мы к Нему приближались. И вот, конечно же, много хочется сказать, но сейчас несколько объявлений сделаю сразу, пока мы не разошлись с вами. Сегодня вечером, сегодня воскресный день, Пасха, хотя ночь, но воскресный день, Пасха. В 16 часов будет шествие крестного хода от часовни Александра Невского, центральной набережной, где состоится традиционная пасхальная вечерня, которую возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. Во всех храмах нашей епархии отменяются вечерние богослужения в этот день по причине того, что все благоверные чада церкви нашей, во всяком случае епархии, приглашаются на это богослужение, традиционное пасхальное на центральной набережной. Я вспоминаю студенческие годы в университете Царицынском православном. Я вспоминаю, как эти годы людей было очень много. Вся набережная, все ступеньки, встать было негде. Все были молящиеся, братья и сестры. Радость Пасхи разделялись со своим архипастырем. Ныне же, последние года два, кто был на набережной, вы видите, какая скудость и оскудение то ли веры, то ли, не знаю, чего еще, но стоят наши прихожане в малом количестве, а люди со стороны смотрят, и некогда сила Христова, некогда радость о Христе через Пасху Христову видится такими крохами. Но не должно же так быть. Мы с вами одна семья.
Мы одна семья, и слава Богу, что эта семья собралась здесь сегодня в храме. И всегда так нужно. Большие, двунадесятые, великие праздники церковные. Никуда не уезжайте. Люди часто любят куда-то уезжать. То в один монастырь, то в другой монастырь, то к одному старцу, то к другому старцу. Вот наша семья, вот наш храм. Никуда не надо ехать в эти святые дни. Надо быть со своей семьей. Мы все друг другу братья и сестры. Мы с вами здесь святым целованием друг друга целовали здесь стоящие. Хотя бы в этот день, чтобы мы вспомнили, посмотрели вокруг, что мы братья и сестры, а в целом мы одна большая-большая Божья семья. У нас есть один общий Отец Небесный, а мы друг другу братья и сестры. Вот дай Бог, чтобы в этот день, предстоя пред гробом Господним, который пуст, пуст, мы с вами свидетельствуем воскресения Христова и вспоминаем, что мы друг другу не чужие. Пуст гроб, а значит и на гробы ходить в этот день не надо. Не надо ходить на кладбище на Пасху Христову. Вот, потому что там нет никого. Христос всех вывел. Потом, после Красной Горки, после поминой недели пойдете навестите своих усопших близких. А этот день Святой Пасхи, как один человек выразился, говорит, да кто ж спит на Пасху? И мы с вами в меру наших сил тоже не будем спать, тоже не будем предаваться излишествам, вот, а по возможности разделим радость этого события со своими близкими. Затем, набравшись немножко сил, придем на центральную набережную, поддержим нашего архипастыря, покажем всему миру, что все-таки христиане еще есть, что есть у нас семья, что еще мы многое можем, что еще со Христом мы можем все. Вот. Поэтому давайте, братья, вот во Христе и со Христом объединяться. Нас Господь воскресший да объединит. Аминь. Спасибо. Ну, а сейчас мы с вами будем подходить к кресту. И так вот организованно будем выходить на улицу. Со своими маской.